щенкам около 4 месяцев. Жили они на улице, в приют их принесла волонтер. Щенки очень игривые и веселые, с хорошим иммунитетом. Вырастут они небольшого размера. Белые пушистые комочки очень хорошо ладят с людьми и любят внимание. Спокойные и любознательные малыши станут хорошими друзьями вам и вашему ребенку и будут надежными охранниками в вашем доме. Центру помощи животным всегда нужна поддержка. Сейчас на ваших экранах вы видите все координаты приюта и счета, на которые вы можете перечислить средства. Не оставайтесь безразличны, кроме нас им никто не поможет.